Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Ну шо, Геленджик, вы уже готовы? Концерт еще не начался, мы попозже собираемся в ту сторону. Как у вас настроение? Какие города ждете? Почему не спрашиваете, когда новые треки? Спасибо большое. А я не отдыхаю, я тружусь. У нас сегодня выступление. Мне 23. Казахстан. А будет Питер. У меня уже стоит концерт. А Москва будет. Киев. Я к вам чаще, чем в Россию на самом деле. Казахстан будет. Где новые треки? Ребят, короче, я чуть-чуть подзадержался с выпуском очень классного трека, но он скоро выйдет и разорвет вас. Тату на шее, там осьминог. Одесса. В Одессе тоже были. Лежу мне на Украину чаще, чем по России, получается. И очень классные концерты, кстати, там всегда проходят. Очень. Магнитогорск, Минск. Кстати, 4 октября вроде бы, если я не ошибаюсь. Нужно уточнить, глянуть. Но есть концерт там. Розенхутор. Благовещенск. Не, я не дома, я в Геленджике, но сегодня здесь. Выступление. Алик не пропал, пиши Telegram, WhatsApp. Пятигорск тоже, скорее всего. Махачкала. Блин, вот с Махачкалы сколько людей пишет. Очень много людей пишет. Я постараюсь побыстрее до вас добраться тоже. Ой, дома больше всего на самом деле хочу выступить. Я что-нибудь придумаю с вами. Обязательно. Сегодня все, кто в Геленджике, давайте петь наизусть и танцевать. Ладно, всех обнял, всех. Всем прекрасной ночи. Скажи, сколько людей максимум собирал? Ой, я вот не могу эту цифру назвать. На самом деле пока не такие большие площадки. Потихоньку будем увеличиваться, расширяться и, надеюсь, увидимся в Олимпийском. С Божьей помощью буду стараться. Всех обнял. Москва, как настроение, весь мир. Привет, привет, Геленджик. Я шатаюсь по Москва-Сити. Вот прям бездельничаю просто. Настроение теперь еще лучше, когда я с вами. А у вас еще лучше, когда вы со мной? На
Настроение от Луны до Марса? Воу, да, это крутое настроение. Привет всем, кто пришел в гости. А что это понедельник вечером, мы не спим? Что, никому никуда не надо? Лето, да? Кайф. Maybe please don't cry, yeah, yeah, yeah. I can see you every time. Как вы быстро с Геленджика уехали, остались бы в Новороссийск заехали. Ой, блин, Новороссийск, на самом деле я бы с удовольствием к вам заехал, но, к сожалению или к счастью, у нас есть еще дела, поэтому надо было улетать. Как делишки? Вот я вот каждый раз, когда писал своим кентам такое сообщение, мне писали делишки у прокурора, а я вот отвечу, делишки хорошо. А у вас как? Мы ждали эфир, поэтому не спали. Ну, даете. В Киев. Ой, Киев, вы знаете, на самом деле, у меня такое ощущение, что я у вас бываю чаще, чем в России. Брянск, приедем, конечно. Ростов, привет. Привет, Ростов. Испания. О, ну до Испании еще надо, конечно, потрудиться. Оля, привет. Наташа, привет. Все здесь. Нико. Здесь Никита. Иркутск, буду. Оля, вот слышишь, что они вот перечисляют города, куда мы должны приехать? Симферополь, Казахстан. Будем, ребят, ждите, пожалуйста. Ждите. А еще ждите провода. Провода вот очень скоро выйдет. И... Ну, вот этот братишка мне осложняет жизнь. Сейчас я вам его покажу. Вот он прям подсвечивается. Вот. Владимир, будем. Черновцы. Вот видите, вот тут есть один пользователь с никнеймом All Agada. Оля Агада. Она занимается вообще всеми движухами насчет концертов, поэтому в ее личные сообщения можно как раз писать просьбу о том, что вы бы хотели видеть меня в том или ином городе. Ты прочитаешь или нет, когда будешь в Краснодаре? Ой, Краснодар, вот к вам я хочу очень сильно, потому что, насколько я знаю, насколько показывает моя статистика, там очень много слушателей. Я вас всех обнимаю и ждите меня, обязательно приеду. Питер, с вами скоро увидимся. Сочи только были, еще будем. Нальчик. Ой, в Нальчике тоже очень много ждут. В Нальчик тоже, надеюсь, доберемся. Петрозаводск. Ничего себе, сколько городов. Когда в Грозном? Грозденом. Почему Грозденом? Просто. Из меня тихо морю говорил, это морю говорил, это... Нет! Оля, поздно. Мне тяжело, пусть тебе тоже будет тяжело. Мы организаторы концерта, я и Геншпиль в Баку. Ой, Баку, с удовольствием. ЕКБ тоже с удовольствием. Армения, привет. Калининград, привет. Владикавказ родненький. Самый родненький это Владикавказ все-таки. От Луны до Марса, Алан, Бишкек. Беларусь, Минск, 4 октября, насколько я помню. Мы отсюда уже не выйдем. А, или нас пропустят. Извините, пожалуйста. А вы нас не пропустите? Извините, а так уже не выйти, да? Туда? Спасибо. Так, что там дальше? Мы друзья. Привет, Севастополь. Привет, родненький ты мой. Дача. А как, мы обратно надо идти или отсюда тоже? Вы где? Мы прямо вот здесь, короче. Вот. Мы сейчас поедем домой. Очень скоро. Казань. Я не могу сказать, когда, но... Ребят, вот все города, которые сегодня были перечислены,
С Божьей помощью я очень постараюсь к вам добраться обязательно. Ты пьешь? В смысле, пью или выпиваю? Да нет, не пью вроде. Приезжай в Элисту. Алматы. Алматы тоже будут. Уфа тоже будет. Казахстан обязательно. Можно к тебе прибежать? Прибежите, если успеете. Просто мы что-то... Я же быстро заберусь и прибегу. Грозный. Я с удовольствием. Курск, Омск, Кировград. Конечно, знаю. Астана. Спой. А что вам спеть? Хотите, я лучше вам покажу центральный выставочный зал Москвы. Вот он. Это он. Ташкент, когда... повышение знаний о городах РФ. Не, на самом деле так оно и есть. Как? А что, там есть где подняться? Вот, вот так, вот. А туда вариант? Думаешь, пойдем? СПБ, блин, СПБ, я вот с вами очень жду встречи. Очень жду встречи. И с Москвой, и со всеми жду встречи. Просто в СПБ мне хочется спеть, наконец, песню «Я не расскажу». Очень хочется. Я не расскажу, что у нас дома происходило. Эй, ты знаешь, я не расскажу, откуда вытащил эти силы. И как бы здравствуй, мой маяк, можно я побуду грустным? И такое идет, и вот и люди смотрят, думают, что за дебил в натуре. Ответь. На что? Что не спишь, Томск когда-нибудь будет? Да, конечно, будет, ребят. Все города будут, просто нужно немножко подождать. Дяденька, вы зомби. Я лично жду концерта в Йошкар-Оле. Вот Ника очень ждет концерта в Йошкар-Оле. Я не знаю, почему этот город ему так сильно импонирует, но он... Я хочу выйти и сказать в микрофон: «Как настроение, Йошкар-Ола?» И вот все будут... Владикавказ, Владикавказ, ты обещал... Владикавказ, ну вы чё? Ясность и к вам всегда хочу больше всех. У меня просто пока нет возможности, но мы обговорим это все с нужными людьми, и обязательно я сделаю сольник большой, может, даже два подряд, посмотрим. Как ты стал музыкантом? Ой, вы знаете, вот учился в школе на отделении художника, рисовал, короче, 11 лет, и потом к 11 классу записал свою первую песню. И меня тогда все говорили: да ты чё моросишь, какая тебе музыка, какой тебе рэп, какая тебе чё? А я такой трудился, и вот. Ульяновск буду, Тбилиси буду. После сегодняшнего... И не куёшь Карла, что такие. Оля, как настроение в Сочи? Короче, ребят, все, кто в Сочи здесь сидят, я за время концерта очень много раз спросил, типа, как настроение? Они меня теперь подкалывают, типа, как настроение? Мне кажется, Оля на день рождения организует концерт в Йошкар-Оле. На мой день рождения. Мой концерт. Никто не придет, я буду выходить. Ой, Дагестан, вот мне кажется, как я до вас доберусь, у нас будет очень интересный концерт, на самом деле, потому что с Махачкалы очень многие пишут. У тебя есть музыкальное образование? Нет, абсолютно никакого музыкального образования у меня нет. Единственное, я когда-то пел в детском хоре. Кстати, моим преподавателем на тот момент была Ольга Георгиевна Джанаева. Это очень крутая... Я даже не знаю, как ее назвать, она просто все умеет. Очень классная женщина, и я передаю ей огромный привет. Может быть, где-нибудь она меня увидит и услышит. От нее очень многое зависело на тот момент. Что за челка? Нет челки. Этот смех. Киев, ЕКБ, Крым, Якутск. Брат в Тулу. Теперь понятно, какой Нику подарок хочет на ДР. Концерт в Йошкар-Оле. Я не удивлюсь, если мы, короче, какого? 10? 10 декабря двинем в Йошкар-Олы. Будут ли фиты с кем-то из газа? Да, я думаю, будут. Не хочу пока раскрывать вам секретики. Аланчик, когда домой?
родненький дом, миленький дом. Я к вам прилечу обязательно, я постараюсь летом это сделать. Если не получится, осенью обязательно. А вот вы можете наблюдать прекрасный, прекрасный город Москва, самый центр, и очень красивая луна. Ой, ребят, музыку пока частично, сам частично, нет. В основном, в принципе, все знают, думаю, трек «Вода», и вот в треке «Вода» моя музыка. Она очень нестандартная и очень необычная, но моя. У меня завтра дыра, поздравь. С днём рождения, с наступающим. Где тебя встретить можем? Завтра? Ой, завтра у меня дела, на самом деле. Мы в последнее время очень редко гуляем. И сегодня удалось выбраться. Ходим, везде ничего. Иди спать, уже от стороны дома. Давай организуем концерт в Барселоне. У Барса. Когда-то я был очень серьезным болельщиком Барса. Треки будут новые? Привет из Ростова. Ростов, привет. Треки будут, конечно. Псков. Тоже будем. А кто пишет вам музыку? Музыку частично мы покупаем, частично дарят. Частично кто-то из газа тоже подгоняет. Есть один очень классный тип. Водяра Блюз. И вот, кстати, трек «Я не расскажу» сделал он. Музыку, гитарку, вот, все прочее. Очень круто. И есть один еще очень крутой тип — Лёва Левандовский. Очень мощное музло тоже делает. И трек, первый трек альбома «Зима», музыка его. Вот. Еще один есть классный тип, он раньше был Blunt Beat, теперь он Муза Beat. И он тоже, он сделал мне «Медузу», он сделал мне «Мой Бог». Они работают частенько совместно с Зевсом Продакшн, он тоже очень классное музло делает, мы вместе. Двигаемся. Любишь футбол? Футбол, ну вот в последнее время что-то поменьше уже. На самом деле. Качество плохое, это потому что мы идем, не стоим на месте. Ладно, друзья, всех обнял, всех, всем хорошей ночи. Отоспаться, завтра проснуться. Сегодня что, понедельник? Вторничное утро, пусть у всех будет хорошее. Всех обнял. Доброй ночи.